have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! По моим офигевшим глазам вы, наверное, заметили, что мы сейчас находимся в защите нашего дирижабля. О-о-о! Там человек! Лопатой тебе по башке! Лопа! Нет! Такого же фига! Заявить то, что нам видит. Так, потом... Я одного человека уже убил. Чувак, ты же знаешь, что пока тут выбирал самолет, подошел, значит, чувак из другой команды. Просто я там 4 бомбы, а ты все время выбирал самолет. Я до этого убил одного диверсанта. Блин, чувак выпрыгнул просто к нам. О, я забыл, как тут тяжело самолетом-то управлять. О, нет! Огнетушитель где-то! Чувак на крыше! Погоди, а мы в какой... Тут нету вражеского дирижабля, да? Да, нету. Черт, а зачем я тогда ракетчика-то взял? Я без понятия, но надо тушить пожары, потому что долго. Много людей желают прям поставить бомбы на наш державный тварь. Ну давай туши. Я вижу вражеский самолет еще, смотри. Пушка, туши. Блин, я думал, что стрелять это пробел. Мою задогу я все забыть. А, да, это было сейчас. Стрелять это... Я пойду за команду. У нас капитан есть вообще? Это бот. Он всегда будет идти на правильный маршрут. Короче, я очень сильно советую просто защищать стороже вот так. Смотри, чтобы никто не поставил бомбы. Вот, ты хочешь поставить ракеты? Кого? Так, а чем стрелять? Б? Р? Ф? О, нет! Кто-то поставил бомбу! Бомба! Ой, нет! Люди полетели! Что вы наделали? Вот не попадаем! А, зарядка. Блин, нет, по самолету стрелять бесполезно. Надо вот это явно артиллерия у нас. Так, дай сюда. Где наша команда? У нас там бомба стоит. Есть, сбили. Перегрев очень долгий. Не стреляй с этой штуки, я тебя... Я сбил человека! Я сбил не самолет, я сбил человека, который выпрыгнул с самолета и летел к нам. Ладно. А как я на самый верх попал? Есть, попал! Ну, то есть пытаюсь фигачить на упреждение, но очень трудно. Привет! Да ну попадишь ты в него! Опа, кто-то
А? Кто-то убил нашего пилота. Так, я могу пойти за пилота сесть? Нет. Почему нет? Короче, кто-то у нас. Меня выкинул, это не мой самолет. Блин, это был такой маневр. Они хотели меня убрать из места, где я жил, потому что... Ой. Very, very. Ой, я, наверное, на легком пулемете посижу. А? Легкий пулемет самый лучший, что ты знал? Да, ну нет, я там сбил немножечко, но все равно мне нравится больше пока что. Если самолет будет стрелять из сетки, то есть воздух. Так, это наш, кстати. Буду по этому борту защищать, посмотрим. Я займу турельку снизу. Мы вообще летим куда-то, не? Да. У-у-у-у. Сбили. Молодцы. В смысле? Кто меня убил? У нас этот чувак на борту. Окей. Кто меня бьет? Что вообще происходит? Что ты делаешь? Опа, опа! Драконова лошадь! Чувак, блин, хорош! Он меня убил опять! Ну, чтоб тебя... Он тупо с мечом ходит, людей вырезает. Так, это мой самолет. Я пошел. Убейте его, кто-нибудь. Бекон волосы на борту. Бекон волосы на борту. Пилота. Так, чем стрелять-то? F. Да, это все. Бомба. Это я, блин, дураки. Чуваки, кажется, по мне не понимают, что это я. Нет, меня сбил задний пулеметчик, вы серьезно? А, я до сих пор падаю. Ваня, команда, да вы не видите, что у нас происходит сзади, что ли? Ох, дебилы. Сас? Какие же вы, дебилы. Так, где он? Скажи, где он? Вот, видите, которые сзади пилота? Ну? Сядь на одной из них. Допустим, на это. Поздравляю, ты взял турельку сверху. Теперь ты можешь убивать людей, которые приземляются. Мне бомбу подложили. Это не работает, не бойся. Ты просто убиваешь, которые сидят в турельке. Ой, как это... Блин, что-то слишком много врагов сзади и слишком мало спереди. Блин, в кабине пилота два человека, ну кого фига? Никто вот ничего не делает. Защищаю, потому... Ой, купили, хорошо. Прикинь, можно теперь... Было бы неплохо, если бы они поворачивались хотя бы со скоростью летящего самолета. Да ну как тут играть, если они приходят прямо в кабину, никто ничего не делает. Да как это не делает?
Все, блин, отбились, нормально. Там бомба, нормально. Я вообще брал пилота. Для чего его брал? Я не знаю. Бам. Только молоточком по бомбе. Тынь, 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 бум. Минус три. Вот проблема. Прямо на летной палубе проблема. Да про это я и говорю. Каждый раз, когда я сижу на долбанной летной палубе, мне не помогают. Я беру команду. В шоке есть. Они просто беспрепятственно прилетают и приземляются, и никто ничего не делает. Держите летную палубу, я пошел в кабину. Окей, удачи. Держать летную палубу очень легко. О, нижняя дурель! Да скорее же ж ты поворачивайся! О, папа, здесь еще одна жертва прилетит на заднюю. Я пойду на верхнюю турель. Да, дебилы, никто не защищает верх, как у него. Спасибо вам большое. Я пошел на верхнюю турель. И нудно, и еще никто мне не помогает. Есть, сбили, молодцы. У нас два пилота в воздухе сейчас. Молодцы. Кто-нибудь команда? Что? Да моя команда не так помогает. Вообще-то сверху ставят бомбы, чтобы пробить нашу ракету, которую мы будем сбрасывать на них. А на палубе еще хотят сбросить палубу, чтобы мы не призывали вертолет. Всего лишь прыгнул к нам. Да ну нормально, на капитанском мостике человек, даже два. Так, давай пилот. Он прямо у нас на спауне. Нормально. Ой, блин, надо же зад защищать. Пойдем. Ой, я слышу, как там бомба поставили. Ненавижу. Ненавидишь, что? Ой, я, короче, понял. Если стоять сверху, то можно поставить зад. Вот, и то это еще и пытается. Ну, заберите самолет, кто его... Чувак, забери самолет! Вот так вот. Покажись, кораблик к нам прилетает. Кто-то хочет воспользоваться гарпуном, чтобы подтянуть наш корабль. О, это... Ну! Почему я не могу? Я же с пилота, вы чё? Почему я не могу самолет заспавнить? Может, у тебя недостаточно бомбов? Нет, ну так менюшка даже не открывается. Да, знаешь, залагаю, пробуй, как спавнится. Просто, например. А! Из-за того, что у меня было выбрано. Эй, блин, бесит! Из-за того, что у меня в руках предмет находился, я не могу спамить. Дабл бар, у меня же ничего лучше, два патрона, и противник уже мёртв. О, думал голову поставить, ты пошел нафиг. Так, мне, пожалуйста, Rocket Plane. Садиться сверху, нет ничего лучше. Видишь, как все подставляются на палубу еще. Опа, кажется, кто-то...
Я ракету на корабль отфигарил, но меня сбили. Не советую отправлять именно ракеты на корабль, потому что... Лучше бомбы? Да. Короче... О, у меня тут вражеский бомбардировщик. Отлично. Ну, не могу ты, пожалуйста, починить бомбу, когда ты ничего не увидишь. На палубе человек, блин. Почему не сесть в другой самолет? Вот это немножечко бесит. Тут бомба. Черт, а как я вылечу, если тут везде бомбы? Так где экипаж? Вот в чем дело. Я был экипажем очень много времени. Теперь я хочу побыть пилотом, но, блин, не... Да у нас не пилот. Мне вылететь не дают. Ну ты заспаунил самолет, уйди с самолета, какого фига? Чат рулит. Так, хорошо, команда. Пилы. Команда. Да, моя команда. Блин, только 2-3 человека нормальные. Вот ты и еще 2 человека, которые нормальные. А остальные они вообще не смысл. В смысле, вы хотите сказать, что она не долетает? Так, у нас орудия целые остались или нет? Кто меня убил? Что за фигня происходит? Ладно. А, бомба, конечно, я про неё забыл. А, короче, ребят, расскажите, пожалуйста, почему каждый раз, когда мы играем в эту игру, мы оказываемся на стороне тех людей, которые проигрывают? То есть, ну, но, как я понимаю, мы делаем все для того, чтобы у нас все было более-менее нормально. Один корабль потоп. Скорее охлаждайся. Ну там не так много надо, чтобы его потопить. Давайте скорее. Есть, я потопил второй корабль. Чуваком. Ну блин, оно же попадает. Ну давай, давай, давай. Блин, ребят, если кто-то... Черт! Это был плохой звук. Почему больше никто, кроме меня, эту штуку не топит? Ать. Ну я про это и говорила, не-не-не. Да? Да, в этот раз немножечко не получилось. Такое бывает. Вот, только что зашел какой-то свой жбом, который пришлет нормальное дело. Ладно, ребят. Ну, хорошо. Выиграли, проиграли. Какая разница? Получили свою порцию адреналина.
получилось довольно-таки неплохо, насколько я все-таки могу судить. Поэтому в любом случае, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ландшек. И всем покеда.